сегодня провели такой практический семинар для сотрудников преимущественно аптечных учреждений по проведению контрольно-надзорных мероприятий, проще говоря, по проведению проверок. О том, как вести себя на проверках, как взаимодействовать с проверяющими и как этим проверкам готовиться. Насколько мне удалось пообщаться с нашей аудиторией, аудитория не первый раз сталкивается вообще с вопросами проверок, но им все равно было очень интересно, потому что мы рассказали практические вопросы проведения проверок, исходя из нашего личного опыта работы с проверяющими, нашего личного опыта самих проверок, проведения проверок. Поэтому аудитория очень активно вовлекалась в процесс, и это позволило нам сделать такое интересное и живое мероприятие. Очень интересно, очень полезно. А запомнилось то, что хорошо, во-первых, то, что нужно всегда смотреть, когда придет проверка, вот этот сайт по проверкам, это очень важно на самом деле. Мы просто об этом забываем, что всегда можно предотвратить эту беду, которая к нам грозит. Ну вот, собственно, как раз. И вот этот порядок действия. Очень грамотно, очень понятно, и мы довольны. Ну, спасибо большое организаторам, очень много полезного. Как встречать аудитора? Как вести беседу с аудитором? Какие документы показывать, какие не показывать? То есть, как бы, из опыта есть свой опыт, но тоже было интересно приобрести и советы профессионала, юриста тем более. Понравилось все, рассказали все вкратце и... Особенно то, что вот, ну, мы можем проверить сами о проверке по QR-коду. У нас, допустим, раньше было, что к нам просто приезжали с проверкой, нас не уведомляли. Или нам звонили за 3 часа до проверки и говорили, что мы сейчас к вам придем. А вот нам сейчас конкретно Таисия рассказала, что они должны нас уведомить письменно и желательно за какое-то определенное время. Вкратце рассказали все подробно. Большую часть я знала, в принципе, но есть и та часть, которую я не знала. Например, то, что я могу закрыть кабинет, куда они не должны заходить, проверяющие. Ну, тот же кабинет счетовой. Просто бывают такие проверяющие, что им говоришь, что там счетовая, там, ну или там просто компьютеры, они все равно туда идут, даже если он закрыт, они требуют его открытия. А и также личные вещи, ну сумки мы не показывали, но шкафы у нас проверялись, вот они прям открывались и проверялись, естественно. Ну, мне очень мероприятие понравилось.